улыбается, то язык показывает. Да на... Стой. Спала. Ему, наверное, неудобно. Видите, как плавает? Я его ручкой поддерживаю. Джакузи, сынок. Сынок в джакузи. Держится на воде. Ты навалил или я? Что? Что ты улыбаешься? Всем привет! С вами Андрей Чент, и это наш новый обложек. И начинаем мы с того, что мы со Снежкой и с Лехой приехали на наш участок. Помните, ровно 3 года назад, ну уже даже больше, мы купили со Снежкой земельный участок, на котором мы планировали в будущем строить дом. И вот, сейчас посмотрим, что с ним, как с ним. И надеемся, уже планируем, что если все будет хорошо, то в следующем году начнем стройку. Будем подготавливаться в этом году, в следующем. И по чуть-чуть планируем строить наше семейное гнездышко. Планируем одноэтажный дом. Такой не маленький, но одноэтажный. Для безопасности детей, чтобы не было меньше лестниц. 15 соток позволяет построить достаточно большой одноэтажный дом под все наши потребности. Спальни, гардеробы. Для меня студия по поводу работы. И мы планируем на одном Лехе не останавливаться. Мы, на самом деле, у меня в семье по маме тоже настрое детей, по папе 3 детей, у Снежки тоже в семье было 3 детей. Вот, и мы тоже как бы планируем, но жизнь покажет, как минимум 3 детей. Как бы, ну, есть такие мысли. Давайте я вам покажу участок. Что там произошло за столько времени. Пошли. Итак. О! За 3 года. Как мы насыпали здесь землей, вот реально прошло практически 3 года. Вот, ну, есть небольшие такие вот проросшие, ну, потому что зернышки травы где-то перелетали. Вот, хотя здесь, говорю, 3 метра в глубину участок. Вот кусок от нашего соседа, который вместе с нами это все делал, кто помнит, по нашим ложикам. Вот наш участок. Тут 15 соток, 30 метров на 50. Это если мы говорим за участок. Вон там сосед тоже начал строить. Ну, я даже не знаю, что это. Похоже на бассейн, но тогда были слухи, что он хотел построить пруд. Рыбок там ловить, что-то разводить, там, карпов, карасей. Не знаю, что там будет. Вот. Ну, вот такой вот у нас участок. Надеюсь, что уже в следующем году тут начнутся как минимум какие-то работы. Это вот мы ходили, наши ножки остались. Вот. Тут у нас есть небольшая такая вот ямка еще, но мы специально оставили, потому что у нас же будет выборка земли. И мы немного песка не довозили, потому что это не нужно было. Вот. И вот по факту граница нашего участка. Вот. Вот тут заканчивается наш забор. Вот тут сосед. Вот он себе тоже, видите, так сделал. Что-то там, что-то очень глубокое. Реально, мне кажется, такое чувство, что он хочет рыбу разводить. Может, человек очень любит рыбалку. Без понятия. А вот. А у нас получается вот как. Тут какие-то листы у него сложенные. И где-то там есть столб. Вот. Ну да, что-то он так примерно плюс-минус и построил. И вот так вот участочек идет. Как по мне, очень много места. Ясно, что ты не строишь никогда дом под самый забор. Есть же правила, откуда отступы. Но вполне, вполне большой можно поставить хороший дом для семьи в 1 этаж. Ясно, что в 2 этажа было бы больше. Но у нас прикольно, что сзади находится южная сторона. То есть туда можно выводить все комнаты а-ля
кухня, гостевая. Запад и восток можно тоже выходить по детским и нашим спальням. И надеюсь, что по чуть-чуть, потому что, ну, основная как бы цель и задача — это чтобы детям будущим реально было где бегать. Я думаю, кто живет в частном доме, тот точно поймет. Я всегда жил в квартире, но я понимаю, очень большие преимущества частного дома — это когда ты можешь с ребенком побегать, больше площадь, больше места. В идеале, когда у ребенка потом более взрослого есть своя какая-то комнатка небольшая, но все же своя. Вот. Поэтому моя задача как родителя, как папы, постараться сделать так, чтобы были максимально возможные, качественные, приятные условия для своей семьи, для своих детей. Вот. Когда-то 3 года назад мы до Коса приходили, здесь ничего не было. Сейчас тут уже насыпано до хрена песка, сделано очень много работ. И я очень надеюсь, что в следующем году мы придем сюда, и здесь будет кипеть работа. А на момент съемки 24.07.23 год. Лехе 1.5 месяца. И дальше будет интересно. Привет, Ули, котик. Заказала борщик, пришла пообедать. А я себе супчик заказала. С лососем. А сыночек тут в колясочке, переводила ему маечку. Він зригнув чуть-чуть, да. Давай, мама, витри тебе. Да, мама, витри. Ось так, все. Зараз будемо їсти. Гуляємо з синочком на вулиці. Йдемо до бабулі. Гарна погода сьогодні така. Андрій вдома. Працює. Прийшли до бабулі. В одному памперсі галисьом, да, синок? Дуже рано вулиці. Да. Давай, бабулі. Спасибо. О, привіт, Улі. Привет. Як діла? Нормально. Все хорошо? Думали їхати додому, але почався дощ, ми вернулися. Вон Софійка з синочком гуляє. Посміхається так тобі? Да, сина? Кажи агу. Агу. Зіває вже. Що таке? Розглядає так. Синочку сьогодні вже місяць і два тижні. Так вже вирос він. Да, сонечко? Такий маленький, постулися. Маленький. Улыбається тобі, так? Розмовляє з Софійкою. Какаешь? Да, может тужиться. Ой, давай, сыночек, тужься сильно. Тужься. Язык показывает мне. То улыбается, то язык показывает. Да на... Стой. Спала. Ему, наверное, неудобно. Да сюда лапу свою. Ножку, да? Стой, стой. Прийшли додому від бабулі вже. Така погода погана була. То нас папка забрав, з'їздив. Папка знімає на відео нас. Зараз купаємося дома. Ні, всім ж кажу чесно, ти держиш зубами камеру. А? Ти держиш зубами камеру? Ага, звісно. Да. От, прийшли, набрали ванну йому. А то мама казала моя, давайте оставайтесь ночувати вже. Але що ночувати, якщо памперси у нас закінчились, да? Памперси вдома. Що, це надзюрил по самому небалу? Да. Та й взагалі вдома краще, вдома ванночка, треба набрати йому ванночку, покупати його. Він любить насправді купатися. Да. Папка любить купатися, і Льоха любить купатися, да? Водяной, я водяной. Ну, как сказать водяной, скажи. Ванну так точно люблю, да? Да. И подмывать её любить тоже. Поэтому... Каждый день купаем его, то ему нравится. Привыкает. А кто это тут с папкой купается, сыночек, в ванне? Папу мыть, можно каждый день. Папа набрал себе великую ванну и сына с собой забрал купаться. Можно чуть-чуть подальше. Писандр не было видно.
А ну кидься чуть-чуть подальше, как оп. Вот так вот. О, видите, как плавает. Я его ручкой поддерживаю. Джакузи, сынок. Вот. Сынок джакузи. Держится на воде. Да, сынок? Попу мыть. Нужно каждый день. Оп. И выровнялись. Покотик аккуратненько. Оп, и мы водички так, да? Скажи, пап, что это бульк из кулажопа? Всім добрий ранок. Сину сьогодні вже більше, ніж півтора місяця. Дивіться, це зірочка для вас. Льошка, здравствуйте. Я зайчик, побігайчик. Він же взгляд трошки так ловить. Ти що, какаєш? Ти какаєш? Какаєш? Можна вас обняти? Ам-ам-ам. Здрасте. Ти думаєш, ти мучить, куди я йду? Все буде зригівати скоро. Так він або тужиться, або хоче зригнути. Два в одному. Держи зв'язочку. Держи. Держи зв'язочку. І хоче гратися. Держи. Все зразу, да, синочок? Держи зв'язочку, так берёш. Оп. Держиш? Держи. Держи. Все. Кажи, хочу на ручки. А Света папа на руках. Ти типа, так пугаєш большою рукою. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. Пух-пух-пух. Смотри фокус, Лёха. Ты шо, какаешь, ты шо? Ну, тужится, да. Какаешь? Давай. Дави, дави какашку, дави её. Дави, давай, последнего, давай. Давай. Ты её победишь. Давай. Дуся. Давай. Давай. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас я буду плакать. Это он давит какашку, то он не плачет. Шо, Лёха? Сейчас ему не нравится. Покажите ваши пальчики. Можно ваши пальчики писать? Что ты кулаки держишь? Биться хочешь, чё шо? Покажи пальчики свои. Уф, какой ты крепкий. Какой ты крепкий. Вот это у тебя рука, Лёха, вообще. Зеваешь, спать хочешь, я тоже хочу. Не, он хочет. Я проснулся, Лёха, знаешь сколько? В 5 утра. В 5 утра проснулся. Ты во сколько проснулся? Он поднимается, попробуй. Хочешь встать? Так от надо за дві руки, котик, трошки. І не сильно високо піднімай. Давай. Он тужиться. Давай, піднімайся. Він сам тягнеться. Піднімайся сам. Ого, Льоха, ого. Да, тільки, щоб не ти сильно шо? Високо, котик. Льоха, ти куди пішов? Ти куди собрався? Давай ще раз. Готов? Телефон забери мій, котик, щоб він не ударився. Телефон. Льоха, давай. Готовий? Тянись, сам. Тільки ровно, котик, ти його криво. То він сам піднімається. Так ти його криво піднімаєш. Так высоко не треба. Ой, он сам поднялся. Так высоко так не надо. Лёха, не поднимайся так сильно. Сильно-сильно поднимайся. Чтобы голова назад не... Лёха, а то нам сейчас напишут, что вы делаете с ребёнком. Ещё рано. Он уже у вас сидеть собирается. Ещё рано так поднимать. Ребёнку чуть больше, чем полтора месяца, он у вас уже сидит, блин. Вы ещё хотите через месяц, чтобы на велосипеде поехала? Нет, ты расскажи за размеры, какие мы брали ему шапочки. А шапочку мы зашли вчера в Чика. И там всяких 3 месяца ему на голову не налазят. Пришлось брать 6-9 месяцев. Чика пишет. И мы еще взяли 12-15. Ну это чуть на вырост, там она большая была. Да. А вот 6-9 как раз на него было. 6-9 месяцев. Одежда тоже Чика у нас. 6-месячного ребенка. Не, ну может это на китайских детей, либо недоношенных детей и так далее. Либо маленьких детей, то 6 месяцев. У нас Лёха уже 62 сантиметра, он уже, а Чика пишет 62 сантиметра, это уже 3-6 месяцев. Ну, производитель Чико Индия. Индусы делают? Да. Серьёзно? Написано Индия, да. Представляешь? О, сынок сам поднимается. Причём я даже ему не помогаю, он уже что? Знаешь, молодец, Кивин. Лёха? Сильный? Что люди там скажут? Что мы с тобой издеваемся, что ты сам поднимаешься? Куда ты встаёшь? Молодец. Куда ты встаёшь? Скажи, хочу на ручки, прошусь на ручки. Таки, да, не сильно, котик. Та он вот. Сам встает. И ровно, котик, голова и руки, и ровно. Ты его на перекос. Надо, чтобы ровно все было. Что, Леха, будем уже бегать?
Побежали? Да, вот смотри, ровненько. Смотри, ну он сам встает. О, він показує. Оце ми надули. Скажи, зина, оце то упражнення. Давай ще раз. Давай. Аж глаза повилазили, скажи. Давай, давай, давай. Дави какашку. Дави. Покакав. Хороше упражнення, скажи так покакать. Давай ще раз. Давай. Давай. Прес покачать. О, о. Ну как? Все, положи його ровно. Все, ровно, пожалуйста. Що чувствуете? Сейчас не можешь опотужиться трошки. Фу, о! Чувствую, Леха. Вот прям отвечаю. Чувствую, что это... Ну, да, я сейчас себя гарно почуваю. Что ты же насрал? Что ты пугаешься? Надо свет включить, не видно ничего. Леха, напердел прям. Фу, свет ты чувствуешь, Леха? Переключим. Леха, ты чувствуешь? Он аж довольный. Ты чувствуешь, да? Довольный. Ты чувствуешь, как ты навалил штаны? Чувствуешь? Что ты улыбаешься? Я чувствую. Да. Легче стало? Коридор. Нормально с папой тренировка, да, была? Сейчас спальня. Нормально тренировка, да? Скажи, да, навалил. Да, Васин покакал, ему хорошо. Хорошо, папа чувствует запах. Ты навалил или я? Что? Что ты улыбаешься? Усрался, да? Скажи, пап, что за туалетный юмор? Не, у меня просто животик перестал болеть, и вот и недовольный. Ай, что ты это вот начинаешь? Что ты начинаешь? Дерни за пальчик. Он уже дернул. Аж навалял. А, что ты уже довольный, как слон, ну, да? Да, конечно. Когда он животик будет, то смотри, смотри, ты жопу улыбающийся полтора месяца. Что, я тебе помог, блин. Скажи спасибо. Мы без причины не платим, да, сынок? Скажи спасибо, папа, что поднял меня, да? Точнее, сам поднялся. Скажи, помогло прям притужиться хорошо, да? Да. Карапу. А ну давай улыбайся. Та що ти починаєш? Напірділ, да? Ай, що ти улибаєшся? Що ти улибаєшся? Ой, дай! Сина! Так прикольно. А що ти улибаєшся? Що ти улибаєшся? Давай будемо ще сміятися, да? Зайчик наш. Наш зайчик. Родився в год зайчика. О. А що світ? А, я виключила. Туснечка, то мама що-то делает. Через телефон. Все, наваляв? Памперс менять? Да, сейчас уже треба памперс поменять ему. Меняем памперс? Да. Да? Давай ручку поцелую. А он сейчас раз потушится. Давай поцелую ручку. Он хочет подниматься опять. Опять хочет тужиться. Давай, будем дуться. Поехали. Давай. Не, сам, ведь сам должен. Так я же не втяну его. Да, не тяну за ручки. Давай. Давай. О, чуть-чуть, я так сказал. Опа, откинулся. Молодец. И давай, я держу просто ручки твои. Давай, давай. Аж покрасив. Голову на место. На пеленочку. Опа. Ну как? Напередел? Скажи, пап, что у нас только пердеть, срать-то, гулять? Не, уже все, треба менять. Все, будем менять памперсы? Уже покакал. Давай, папа, тебе посмезит. Что ты уже встаешь? Смотри, что ты делаешь? Пресс качаешь? У нас было таке, что я почула, что он покакал, раз и так пукнул, потом покакал, я ему поменяла памперс, через 2 минуты сразу же поменяла памперс, а потом одевала памперс, он так надзюрить, и все обкакал, и пеленальный столик, и все. Надо что просто трошки почекать. Столик обосрал? Хотя бы 5 минут, чтобы он выкакался. Ты куда собираешься? Что ты пресс качаешь? Он же хочет бегать. Куда побежали? Куда? Же хочет бегать. Чекатик, чекатик. Апуть, хапуть, хапуть, хапуть. Апуть, хапуть, хапуть. А путь хап. Что? Он злякався. Злякався и смешно. Да, сынок? Что, памперс будем менять? Чувствую по запаху пора. Да? Да, либо мне сейчас потужиться еще трошки, либо там менять надо. Папа пошел работать? Мне кажется, что травмяй, потому что уже довольный. Уже держи погремушку. Давай, ты, блин, кулак сам зажимаешь? На, схвати. Стой. Там, что ты, Леха, возьми. Там, да, что ты кулак зажимаешь? Подожди, говорю. Да расслабь, тут сильный какой, блин. Расслабь кулак, говорю. Леха. Ну, ты посмотри. Что ж ты будешь... Ох, какой ты крепкий, хитрый. Леха, и пальцы поломать можно. Причем не твои, а мои.
Ты что там? Хай он сам расслабляется какой-то. О! Держи. О! О, Лёха держит погремушку. А вчера он за ухо хватался в кровати там. А ты видишь, какой он сильный? Півтора місяця він погремушку. Не, Лёх, это не сіська, и это не соска. Если вдруг ты не знал. Но это, которую можу в рот засовывать. От нуля місяця, это Чико. Да, Чика. Яка не царапається. Вот. Это ты все делаешь. Оп, держи. Держи. Разминка для ручек. И ножками тарабаны. Это ты делаешь. О, ты можешь и потужиться, сыночек, чуть-чуть, чи не? Что-то такое... Все, давай поменяем памперс. Все, спасибо за просмотр. Да, уже пара минут. Надеюсь, вам ложик зашел. Мы закончим на какательном юморе. А вот. Нормально так пукнул в прямом эфире. Жидким вот. Пуком. Так что Леха сейчас пойдет чистить свою попку, да? О! Я же скажу, что это ты решил нам под финиш, под конец дать, как говорится, просраться. Я же скажу, что треба почекать. Не сразу памперс менять. Через... Просим прощения, если что, да. За туалетный юмор. Всем, кто кушал, приятного аппетита. Вот, и увидимся уже. Что, Лёха? Правильно, в следующем вложике, да? Чё, ну теперь уже точно выкакался. Теперь уже треба менять скоро памперс. Всем пока! Да.